приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас сегодня на обзоре посылочка с Алиэкспресса. Что здесь я не я предполагаю, но точно не знаю. Сейчас вместе с вами посмотрим, что же нам здесь пришло. Ссылочка на данный товар в описании, можно будет зайти, если оно все отличненько, можно будет зайти и посмотреть. Так, и тут у нас такой вот мотнявый, как бы зажигалка и фокус, тоже пропанит, зажигалка и хранитель для сигарет. Так, ну сразу же скажу, газа здесь нету. Все. Пришла у нас эта байда сломана. Здесь. Да, пришла у нас эта штучка сломанная. Придется открывать нам спор. Что-то здесь тарабанит. Вот эта штучка не работает, так что рекомендовать вам я не могу. Открою. Это шестеренка вот этого, там шестереночка. Вот. Куда эта шестереночка вставлялась? Фиг его знает. Надо вставлять внутрь зажигалку, или как она здесь должно быть, не знаю, попросили меня заказать. И сюда заправляются у нас сигаретки. Пару сигарет ставили. Так, смотрим, сюда наставили, ставим сигаретки, нажимаем эту штучку, это надо выкидывать сигаретку. Вот. А здесь у нас должна быть зажигалка. Но здесь так сказать, шестеренка. Куда-то она выпала, откуда-то она выпала. Еще знает, что она. Вот. Но я думал, здесь будет зажигалка. А здесь зажигалки нету. Вот. Знает. Вот, он уже там накручивается. Да, он походу здесь накручивается и регулирует, наверное, высоту. Высоту самой зажигалки. Это зажимается, раскрутилась. Вот такая вот, честно говоря, полная. Тогда надо, конечно, подобрать какую-то круглую зажигалку. И тогда будет такая вот моднявая штукенция. Конечно, порекомендовать ей не могу. Выбирал товарищ. Здесь должна вставляться зажигалка. Вот. Вот тут вот нажимается сигаретка. Здесь кляп, должна загораться зажигалка. Но надо зажигалку подбирать. В комплекте не идет. Не почитали комментарии. Не почитали отзывы. Вот, на быструю заказали. И вот так вот лоханулись. Можно так сказать, там фирма, в принципе, фокус в комплекте идет. Вот. Как-то это все дело так печально получилось. Сейчас будем смотреть на Алиэкспрессе, если оно было там в комплекте или не было. Так-то на вид, конечно, прикольная штукенция. Задумка тоже хорошая, но
можно. Дам человечку. Пусть. Сейчас посмотрим, кстати, сумму, за сколько стоит эта штучка. Эта штучка у нас стоит $4.44. Ну, в принципе, обычная вроде бы зажигалка подходит сюда. Ну, пусть товарищ занимается. Попросил заказать, я заказал. Вот. Штучка довольно-таки прикольная, конечно. Вот. Сейчас я покажу, как оно должно у нас быть. Вот так вот оно должно у нас, в принципе, быть. Ссылочку я оставлю. Ну, знаете, что внутри зажигалки нету. Вот. Хочу сейчас, кстати, глянуть сразу по отзывам. Отзыв, правда, один. Моя зажигалка не влезает, нужно найти одну, и другие зажигалки широкие. Вот что написали. Так что с зажигалками здесь, конечно, печально получилось. Вот, зажигалками еще раз покажу. Здесь такая зажигалочка. Сюда вот так. Верхние кнопочки здесь открывается, пакуешь сигаретки, вот, потом так, нажимаю здесь вышку крышечка, выскакивает сигаретка, я не курю, у меня нет сигарет, показать наглядно не смогу, какая-то дрянь торчит, ну качество так себе, не сильно, ну они, наверное, все. Все продаются без зажигалок, так как всякие взрывоопасные вещества запрещено перевозить через границу. Тем более в самолете, посылки на самолете. Так что вот такая вот. Так, подписываемся на канал, ставим лайки. Вот. Всем пока, до новых встреч.